Где я нахожусь? Еб... Что-то превью такое страшное. Ля, сука. Сколько он там видос свои не записывал? 1 год. Еее. Он в Германии все еще. Ля, какой, сука. Идиот, бля. Так, ну что? Я также свой видеоблог буду начинать. Думаю. В этом, конечно, гениально придумал, просто такой идет на камеру. Мой неискушенный взгляд по первым секундам этого видео понял, что я нахожусь в Берлине. Опа. Сзади меня находятся Бранденбургские ворота, ну или, проще говоря, Берлинские ворота. Кто это, который тухлую колбасу жрет? Ну, жрал, получается. Ну да, базы кормит, уже не кормит. Что я здесь делаю, расскажу вам чуточку попозже. А сейчас хотел бы сделать небольшой обход по местным достопримечательностям. В первую очередь хочу подойти, показать. Стой, стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lost Team. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт — это Lost Team. Lost Team, купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Вам Берлинские ворота. Здесь не будет такого какого-то глубокого погружения исторического. Просто мы визуально подойдем, посмотрим. Будет такой экскурс в самом начале, отступление от главной темы. Ну, в общем, можно сразу сказать, я буду покупать сегодня телефон себе. Зачем? Выбирать, определяться, какой. И это главная задача на день. Но так как я нахожусь сейчас в центре здесь, то мы сейчас пройдем, посмотрим, что, собственно говоря, из себя представляют эти ворота. Их еще называют «Врата мира», но не суть. В общем, названий у них много. Слышь? Кстати говоря, стартовала Евро, чемпионат Европы по футболу. Да. И, соответственно, ой, людей здесь очень много. Ну, по большому счету, туристов. Поэтому сейчас направляемся прямо туда и смотрим ворота, а дальше уже двигаемся по своим делам. Прежде чем подойти к ним поближе, посмотрим на историческую сводку. Здесь вот такой информационный уголок, скажу так. Че, блин, просто будет сейчас и снимать тут это. Вот так. Фотография того, в каком состоянии они были после войны. Тут, кстати говоря, по-русски написано. О, ничего себе. Товарищ собирает бутылки, зарабатывает. Ну, в общем, я видел их уже много раз. Будущий миллиардер, да. И вблизи, и издалека, поэтому у меня как такового интереса нету. Но вам покажу. В общем, высотой они около 20 метров вроде. Наверху располагается 20 метров, это мой рост. Богиня. Все. Там побольше. Заправляет лошадьми в количестве 4 штук. 100 ну, бутылок, 25 держу. Евро, держу в курсе. Реально? Шест. Даже нормально, я бы сам ходил, бутылки собирал тогда. Или палку какую-то, там крест, я палку, и кстати, сверху сидит орел, расправив крылья. 5 проходов, центральный вроде самый широкий. Вот через него и пройдем. Я, кстати говоря, когда первый раз сюда подходил, мне интересно было посмотреть на осколочные вот эти вот раны, так называемые, которые снаряды оставили после войны. И если подойти и присмотреться, то они видны. Вот, собственно говоря, места. Но отреставрировали, конечно, добросовестно. С жвачками залепили. Хотя всякие разные эко-активисты здесь беспредельничают время от времени. Но тем не менее они продолжают стоять. Здесь вот эти места от осколка видны получше. Пройти дальше не получится, так как там все огородили. Они, оказывается, оборудованы водосточкой. Такая вот труба идет. Ну да, это же водосточка получается.
Ты расскажи про себя лучше, как живешь ты, господи, чтобы тебе водосточка твоя. Ну это такая себе. Мне она не интересна. Дальше прямо по курсу Бундестаг. Но к нему я сейчас подходить не буду, так как я хочу немножечко перекусить. Вот, блядь, представьте, я вот, да, у меня на канале там видео там 2 года не выходили, я записываю видеоблог и начинаю ходить, я показываю вам водосточки, блядь, какие-то, я не знаю, стены снимать. Вместо того, чтобы рассказать про свою жизнь, про себя, чё, как вообще в этой Америке, блядь. Хожу и вот сейчас буду снимать, блядь, как там архитектуру какую-то. Кому это надо вообще, это неинтересно. Лево. Есть небольшой ларёк. Где продают, как я понимаю, хот-доги. А этот парнишка бутылки активно собирает. Ну, вот его конкурент. О, бля. Очередь, в принципе, человек 20. Ну, а с такого тут стоять, подождать. Никто бутылки не собирает. Лишь все-таки двинуть в ближайший магазин. Что там по ценам? 4,50. Угу. Сколько? В общем, взял я вот такой вот бутерброд. Воу-воу. За 4,50. Немецкая сосиска. Он представляет сосиску. Причем она идет в чехле. Вообще, правильно говорит, сосиска. С твердая С. А не сосисика. Это не сиська. Это сосиска. Поняли, да? Шкурку не а сняли. А не сосиска. Ну, по всей видимости, она съедобная. И, собственно говоря, булочка. Можно сказать, сосиска в тесте. Да, сосиска. Такая себе. Не сосиска. И сверху брызнули немножко кетчупа. Я пока дошел сюда, до этого укромного местечка, чтобы перекусить, немножечко подзавяло. Сблизи это выглядит подзавяло. Все ну, вот, прям вот как таким тогда. Вот образом. Кетчупа совсем мало брызнули. С базы. Но немножко зато тухляк. Дали салфетку. Вернемся как говорится, в прошлое, и на как том говорится. Спасибо. В общем, попробую сейчас. Забыл нажать на запись, в итоге первый укус мимо кассы. Тьфу, ёб твою мать. Делаю ну второй. Все, блядь, давай заново покупай. Оля, нихуя. Да не, братан, это уже не считается. Ты первое пропустил. Заново давай. Не, ну это уже суть не первое. В том, что... Не первое впечатление, хуйня. Это самая обыкновенная сосиска. Сосиска. Самой обыкновенной булочки. 4,50 она явно не стоит. Ну, определенно. Ее себестоимость 50 центов, наверное. Как и не было. Сейчас нужно будет двигаться дальше. Я ел напротив Бундестага. И не стыдно тебе? Собственно, персоной он передо мной. Сейчас я обойду со стороны и там немножечко подсниму. Полиция всегда дежурит. Флаги висят, люди фотографируются. Ну, это классика. Туристическое место. Небольшая пассажирская прогулка по реке. Следом идет вторая, и на фоне виднеется Берлинская телебашня. Вот там на возвышенности, как я понимаю, устроили студию импровизированную. Свет, камеры, Рамштайн, телевизор, концерт. И сидят ну, в костюмах, да, да. Люди обсуждают футбол. Сейчас как раз таки идет матч. Вот с этой стороны Бундестаг практически полностью попадает в кадр. Надо сказать, что здание выглядит довольно внушительно, ну, но там не как-то стоит забывать самое главное, рядом что именно это. На этом здании до сих пор не отстроили. Вот там или же где-то вот здесь, ну не суть. В общем-то в каком-то месте в 45-м году было установлено знамя Победы, а потом уже над самим куполом. Ну и еще одно место. В центре Берлина, которая здесь был, притягивает кстати. Всех туристов да. как магнитом. Это, конечно же, мемориал памяти жертвам Холокоста. Находится он рядом с Берлинскими воротами и Бундестагом. И выглядит этот мемориал вот таким образом. Состоит он когда из множества был? Вот я таких не помню, тумб 18-м году, по-моему. Различного размера. Пробрался практически до центра и обнаружил... На одной тумбе небольшой скол. Здесь в центре они, я думаю, метров 5 достигают. Может быть, даже и выше. Вот если снизу глянуть, ну, получается, где-то 2, даже больше, 2,5 моих роста. Ходишь как будто бы по лабиринту. Лабиринт из бетонных... Давай, что ты начинаешь уже там рассказывать-то.
Он весь видос будет ходить, вот это, показывать все стены свои? Немножко берлинской архитектуры. Это Потсдамская площадь. Вот такие здесь строения. Во! Что за хуйня? Вот то здание интересное. Заостренное такое. Вообще, высоток в Германии очень мало. Ну, по крайней мере, в тех городах, в которых я был, в частности, в Берлине, их также очень мало. Берлин, конечно, интересный город. Здесь много любопытных мест, которые я с удовольствием бы посетил, но сегодня у меня задача купить себе телефон, поэтому сейчас точно, я уже и забыл. Буду двигаться в сторону магазинов. Первым делом я хотел бы посмотреть Самсунги, глянуть, что Samsung. Они из себя представляют, давай. Сориентироваться по цене. В приоритете, конечно же, покупка айфона, но перед тем, как зайти в Apple Store, конечно же, посмотрим на Samsung. О, давай, Samsung. Этот телефон у меня уже находится довольно длительное время. Это iPhone XS, 10S. На него, в принципе, я снял весь контент, который доступен в сети, и он справился на отлично. То есть iPhone зарекомендовал лично База. В моем опыте использования отлично. Поэтому, конечно, в приоритете покупка айфона. Но первым делом глянем на Samsung. Поэтому можно выдвигаться. Прежде чем пойду выбирать телефон, нужно взять несколько Red Bull'ов. Пропущу женщину. Red Bull-то тебе зачем оставлять? Подзарядиться. Возьму два штуки. Почем они? Нахуй мы смотрим, о чем вообще видео, я не понимаю. Пишется... Чтоб ты, блядь, вопросы свои тупорылые начал мне задавать, красным, блядь. Но на самом деле это просто реальная цена. Так. Это не по какой плюс вайб, понимаешь, это вайб. Можешь сказать, развод берлинский. А в принципе везде так. Вот теперь в такой компании можно смело залетать в главный универмаг Берлина. Да, и в принципе всей Германии. Кадева. Здесь на 5-м этаже должен располагаться магазин, ну, такой интерактивный, Самсунга, где можно будет взять и поклацать телефон. Вот вы просили кадавр, вот, пожалуйста. Это можно сделать в любом другом магазине, просто у меня на пути к Apple Store располагается конкретно Кадева, поэтому сейчас зайдем и посмотрим. Кстати говоря, здесь я приобрел большую часть своих шмоток, которые сейчас, можно сказать, практически не ношу. Подходим к стенду, где Фортик, спасибо обозначены большое. Все этажи. Нулевой. Как так выходит, что хот-дог стоит 4,5, а Red Bull стоит 1,5? Ну как, блядь, так выходит, потому что хот-дог он купил в туристическом месте на улице. Вот, и там его кинули, можно сказать, на бабки, блядь. А энергетик продавался в обычном продуктовом магазине, где цены не так сильно накручены. Вот и все. Ну, зато это единственный энергетик, от которого ты бодришься. Я когда работал на складах, очень была разочарована, что нет Red Bull'а. А от других энергосов я сильнее спать хотела. А, да. Ну, осуждаю в любом случае любые энергетики. Косметика. Первый мужской, второй женский, третий тоже женский, четвертый детский спорт. В общем, нам нужен 5-й этаж. Технологии. Я, кстати, 5-й этаж. Вот как раз на 5-й и двинемся. Кадева довольно большой универмаг и достаточно симпатичный. Это ты про меня, да? Спасибо. Ну, кстати говоря, я еду. А, да? Напялил чехол зарядку на телефон. Гениально. Потому что, ну, не выдерживает батарея. У меня такие же видеоблоги будут. Первый этаж мужской. Если кто не знал, в Германии отчет идет со 2-го этажа как первый. То есть 1-й этаж у них нулевой, 2-й у них как первый, 3-й как 2-й и так далее. Ну, если кто не знал. Опять Пашка нулевой идет, вон, смотрите. 2-й. Опять спалился. У них, бля, как первый, 3-й как 2-й и так далее. Ну, если кто не знал. Как же у Хесу бомбит остался? Да не бомбит у меня, господи, да не бомбит у меня.
Где-то я бомблю. Я просто прикалываюсь, господи. Попутался. Нашел я, значит, Самсунги. Я просто думал, он про себя будет рассказывать. Он просто про Самсунги рассказывает. Вот они стоят и дожидаются меня. Так и написано. Galaxy S-серия. Серия. Представлены три штуки. Galaxy S24 Ultra на 256 гигабайт стоит 1400 евро. Сколько, блядь, за эту херню еще 1400? Вот такой вот здоровяк. Ебать, лопата огромная, здоровая. С острыми углами. Сейчас ошибка сразу вылезла какая-то. Galaxy S24 на 256 гигабайт стоит 1149. Здесь уже закругленные углы, как на моем айфоне. Более привычны мне. И Galaxy S24 на 128, стоит, как самый iPhone, обычный, даже дороже. 800 what the fuck, евро. What the fuck, блядь. Такой маленький, удобненький. А вот Galaxy Z Fold, интересно посмотреть. Не, это вообще уже хуйня гигабайт стоит. Вот эти ваши раскладушки, это пиздец какой-то. Вот его мне всегда интересно. Я не понимаю, кто их берет. Подержать в руках, да и в принципе поклацать. Жесть. Бля. Вот так вот складывается и раскладывается. Телефоны это, конечно, хорошо, но здесь есть кое-что интереснее. Вот такая вот малютка тут представлена. Вот по всей видимости, она не продается. А так в качестве какого-то... Да ладно, я шучу. Нормально ваш Samsung вот этот вот, нормально. Эксклюзива для посетителей или же для рабочего персонала. Это электрический вариант. А можно вариант. Купить и есть поехать? Две педальки, для, газ, прям тормоз, по городу кататься. Все дела. Припарковал. Подзарядил и едешь дальше. Это же, ну, вот удобная тема. Вот интересно, если бы загрузить сел, два мешочка, курьером работать и дернуть домой с отличным уловом. Тайлер дернуть. Мне кажется, вряд ли справился бы этот малыш. Чего не скажешь про этого зверя. Я бы на это работал в доставке. Обратите внимание, какой он имеет внушительный вид. Был бы самым быстрым сюда курьером. Сюда можно загружать не то, что два мешочка, а все 10. Шлем. Михаэля Шумахера. О, ничего себе. Есть подтверждающий сертификат. Кстати, что там с Шумахером это вообще? Это 47-й он? Из 100 шлемов. Михаэль Шумахер участвовал в нем в Гран-при в 1996 году в Нюрнберге. Это один еще? Да ну. Шлем из 100. Возможно, даже эта машина как-то связана с этим шлемом, но не буду утверждать. Он в реанимации... Скажу несколько слов касаемо Samsung. Конечно, телефон достойный, солидный, современный, без всяких сомнений. Технологичный. Естественно, имеются у него свои фанаты, но брать я его не буду. У меня свои фанаты имеют. Душа у меня лежит к айфону, поэтому даже несмотря на то, что стоит он на несколько сотен евро дороже, все равно я возьму iPhone. Я нахожусь буквально в нескольких минутах вот и от правильно, блин, Apple Store. Вот и надо брать iPhone. Рядом вот с такой разбитой церковью кайзера Вильгельма. Если берлинские ворота отреставрировали, то эту церковь решили оставить вот в таком виде, полуразрушенной. И имеет она, конечно, прикольно выглядит. Внешний вид с окриками на прошлое. Отошел подальше, чтобы показать вам, как она выглядит в полный рост. О, бля. Другой ракурс. Но разрушения также здесь видны. Конечно, если сравнивать то, что происходило дома, те разрушения, которые я видел там, то это, можно сказать, детский лепет по сравнению с теми разрушениями. Наконец-то я дошел до Apple Store. Осталось только перейти улицу, и я в магазине. Правда, делаю я это в неположенном месте, но не суть. Пора брать. Я в белом цвете. Но то, как он будет iPhone покупать, мне неинтересно. 1700 евро. Сколько? А если брать, допустим, и оплачивать помесячно, то на 24 месяца выходит 70 евро. Но я буду брать за твердый нал. iPhone 15 Pro обычный, нал. Если брать на 512, 1580. На 120 евро дешевле. Конечно, маленький он компактный, но из-за пятикратного зума я возьму большой. Да и плюс с маленьким iPhone XS я уже походил, поэтому нужно попробовать с большим. В общем, настало время покупки, поэтому сейчас нужно будет позвать человечка и приобрести телефон. Ну ладно. В принципе, доволен. Ну ладно. Так, ну что? В принципе, доволен. Айфон успешно куплен, и это просто замечательно. Распакую я его сейчас или чуть позже, не знаю, так как сейчас хочу кушать. В общем, нужно будет куда-то зайти поесть. И, кстати говоря,
О, да ты здорово. Хотя, и это мой iPhone. В общем... Бля, у тебя 15 Pro Max? А вот у меня до сих пор 14. Я вот до сих пор нищий хожу с этим 14-м айфоном, блядь. Да-да, нищий, ну что, это вам не в Грузии жить, это Америка. Вот хожу, да-да. Да не, на самом деле, я бы уже взял 15-й, но я как бы не вижу смысла, потому что скоро 16-й должен выйти, да? Ну не должен, а выйдет. Скоро. Ну, осенью. Поэтому я уж дождусь 16-й и его возьму. И все. Хотя... Потом 17-й выйдет, может сразу 17 дождаться. Или вообще до 20-го сидеть. iPhone XS, ветеран, так сказать, он уже сильно разряжен. Поэтому получится ли у меня сейчас что-то снять, распаковку iPhone или что-то еще подснять, не знаю. Но следующее видео уже... Я просто когда вышел 15-й, получается, я не увидел смысла в нем какого-то особого, да? То есть имеется в виду разница. У меня 14-й, но это 15-й, блядь, ну я не знаю, ну камера там чуть лучше, и вот эта вот херня сбоку, как бы, да, там она какая, не помню же, титановая или как она там называется. Ну и шо? Да и все. Будет снято на вот этот вот, ладно, ставить не буду, в общем, на новенький iPhone. Заодно вы скажете, насколько отличается качество видео. По звуку это отдельный вопрос, я не сказал вам, я купил микрофон себе беспроводной, вот такой, он у меня постоянно здесь на груди был. И звук писался непосредственно на микрофон, поэтому по звуку тоже можете написать, каково оно. Шумоподавление все время было включено. Если шумоподавление выключить сейчас, нажму кнопочку. О. Вот, шумоподавление я выключил. Вы должны будете слышать дополнительный шум. Я еще... Если год собирать на iPhone, нужно сдать 6500 бутылок. Сколько? По 20 в день. Вроде не так и много. Серьезно, заработал на iPhone с помощью бутылок, да? Не, ну как вариант, кстати, как вариант. А что? Нормально. Так сильно не тестировал этот микрофон, поэтому все в процессе. Слышь? Вот, еще раз, iPhone куплен, все замечательно. Не, реально, может так по 20 бутылок в день собирать, сдавать, получать деньги, за год накопить, купить iPhone, на iPhone, соответственно, начать тоже что-то делать. Не знаю, может играть в какую-то игру, в Brawl Stars, научиться в нее профессионально играть, стать киберспортсменом. Потом зарабатывать уже на этом, стать очень крутым, попасть в Нави какой-нибудь, стать миллионером, потом миллиардером, и потом всем рассказывать. Я стал таким с нуля. Я просто начал собирать бутылки. Все, и вот она история. И потом о тебе снимут фильм. Как ты, блядь, собирая бутылки, заработал себе на iPhone, а на iPhone, соответственно, начал играть в игру и стал киберспортсменом, и потом миллионером. У меня примерно такая история, кстати. В завершении дня приехал на Александерплац справа. О, я, кстати, Александерплац. Берлинская телебашня, которая уже сегодня появлялась в моем видео. Но нас она не особо сейчас должна интересовать, так как я сильно проголодался. Ну, на секундочку, когда можно про остановиться, тебя посмотреть фильм? На нее. Честно? Про меня фильм был бы интересный, но... Я уже несколько раз рассказывал свою историю, но, видимо, она нахуй никому не интересна. И... Значит, никогда. Высота? Не. Вот стану миллионером, лучше миллиардером, конечно, я сам сниму фильм свой о себе. Да. Вместе со шпилем около 370 метров. Людей на площади довольно много, выходной день, все отдыхают. А я сейчас хочу взять себе что-нибудь покушать. Скорее всего, это будет... Ну, если никто не хочет, блядь, я сам тогда это сделаю. Или по-местному дёнер. Какой-нибудь стандартный возьму, чтобы по-быстрому утолить голод. Так как после того хот-дога... Я, в принципе, больше ничего не ел. Че, опять жрать? В связи с тем, что сейчас в Германии проходит чемпионат Европы по футболу, мест свободных в этой кафешке не оказалось. Поэтому пришлось взять шаурму и съесть ее на лавочке. Уже больше половины уничтожил. В общем, сейчас доедаю, и нужно будет, пока не стемнело и полностью не разрядился телефон, распаковать новинку. Да, рассказал бы ты, как живешь вообще, где живешь, чего, как жизнь вообще. Хотя телефон я по факту держал. Что происходит-то у тебя, алло? Не свой личный, а... Макет. Я даже не знаю, там вот вкусно, на 100% они настоящие выставлены, чтобы ими пользоваться или нет. Ну не суть, в общем-то, внешность одинаковая. Но хочется настроить его уже, включить и тебя ебёт? Потрогать. Ну, да, блин, вообще-то. Приятного аппетита с ним. Хавай, да. Машину назовем Бубомобиль. Братан, нам для начала надо деньги собрать на эту машину, потом уже думать, как ее называть. Ну не, Бубомобиль это такое.
Надо еще монету мемкоин назвать, но вот машину, на которую людей спасают. Ну тут даже не знаю.